Всем доброе утро. Доброе утро. Заехали попить кофейку. Еще полтора часа до стрижки у жены. С покраской, да? Красить будут? Будут. Так что надо кофе попить. Взбодриться, да. Потому что, ну, с понедельника мы сюда уже не так часто будем ездить, потому что ребенок будет ходить уже в школу, которая там в 2 километрах от нас. Так что наслаждаемся еще этим местом. Ну, все равно мы сюда будем ездить по одной простой причине, что у нас тут мастера, которые нас стригут. И, ну, реально девочки классно стригут, и не хочется менять уже мастера. Ну, до того момента, пока не накосячат. Ну, пока вроде бы все хорошо. Вчера тоже меня постригли, очень классно. Я очень доволен. Так что, сейчас попьем кофе, отдохнем. Потому что очень устали мы вообще вот эти 2 недели. Прям очень усталость большая. Переезды, плюс дорога, плюс подъемы ранние. Спать нам же все поздно, очень рано просыпаемся. Потому что все-таки ехать ребенку в школу на 7:20. В общем, устали мы, очень сильно устали. Так что со следующей недели будет намного легче и будет повеселей. Вот так. Дожди. Пошли дожди. Жду жену с парикмахерской. Там сидел. Что-то телефон уже начинает помирать. Сейчас на зарядочку его поставлю. Вот так вот. Ну, вообще погода классная. Я люблю вообще дожди. Ну что, только закончил с клиентами общаться. Есть у меня несколько клиентов, которыми работаю удаленно. То есть помогаем с интернет-магазинами, так как у меня в этом довольно большой опыт есть. В общем, только закончили 2 часа, больше 2 часов с одним, почти 2 часа еще с одним. Ну, в общем, вот так вот день проходит. А еще впереди работы, ну, часов до 2, наверное, до 3 ночи буду работать. Завтра уже последний день. Средний ребенок пойдет в школу, в ту, которую мы записали первый раз, которая на 2 недели отходила. И с понедельника переходим в новую школу. Сегодня уже сходили, мы отдали последние документы. Дали нам вот такую бумажечку. То есть это еда. Здесь даже еда дешевле, чем в этой школе, в которую мы сейчас ходим. Здесь 8,50, там было 8,50, здесь 8 злотых. И причем можно предупреждать, можно с собой забрать, если ребенок не покушал. Ну, довольно интересно. Пообщался я с их главным, который за кухню отвечает, женщина. Ну, довольно такая милая, приятная женщина. Пообщались. Она спросила, с Украины ли я или нет. Ну, да, она говорит, у нас тоже работает женщина с Украины. Так что нормально. Так, диалог зависался, поразговаривали. В общем, нормально все. Так что сегодня еще поработаю. Сегодня еще нужно отмучиться уже поработать. Завтра опять в 5 часов я встаю, буду детей, мы одеваемся. Ну, в общем, тяжело, я уже говорил, что очень тяжело и нам, и детям, но и больше детям тяжело, потому что они очень рано просыпаются. Ну и нам тоже, мы уже, честно, устали, я уже про это говорил. Так что с понедельника мы уже начнем ходить в другую школу. Потому что усталость прям с ног уже валит. Вот, это то, что такое основное. Что еще? Кстати, сегодня в комментариях там под видео, одним из видео,
Человеку там не дает покоя, не буду называть имя, но сами найдете этот комментарий. Но, в общем, человеку не дает покоя, где я деньги беру, как бы, за что я тут так живу, потому что, ну, у него, наверное, в голове не укладывается, что можно вообще так жить. А еще он сразу клеймо наложил, то есть я с Украины, если с Украины, значит, или, наверное, фабрика, или завод, или стройка. То есть, ну, наверное, он других украинцев не знает, что можно, в принципе, работать из дому, зарабатывать довольно много денег, достаточно много денег. Можно заниматься инвестированием, можно вести бизнес и в другой стране. То есть, ну, человек интересует, откуда у меня деньги, да? В общем, ну, ребята, я сразу, давайте я тоже закрою этот вопрос, как бы, откуда деньги и откуда они поступают, и как их, да, зарабатываю. Давайте я оставлю это без комментариев, хорошо? Я уже в одном из видео говорил, как я зарабатываю, откуда я приехал, чем занимался, чем я сейчас занимаюсь. Пересказывать опять то же видео я не хочу, найдите это видео, пересмотрите. Там оно так и называется, чем я занимаюсь в Польше. Не вопрос. Теперь другой вопрос. Что касается, ну, таких вот комментариев под видео. Ну, смотрите, я, чтобы жить, ну, для кого-то, возможно, я хорошо живу, для кого-то очень хорошо, для кого-то средненько. То есть каждый думает в меру своего достатка, того, сколько он сейчас может зарабатывать. То есть, ну, я считаю, мы живем, ну, нормально мы живем, то есть не среднее, то есть, ну, хорошо, в общем, живем. У нас большой дом, причем мы в этот дом переехали недавно, мы до этого жили в квартире. И ничего страшного не было, как бы, в этом. До того, как переехать в Польшу, мы жили, я жил в России, жил и ездил в Россию. И мы сюда переехали, еще я особенно переехал в Россию, то есть еще до Майдана, до вот этих всех событий. Как бы, и, ну, давайте мы политику тоже опустим, не будем. Я, чтобы жить именно этой жизнью, которой я сейчас живу, именно, ну, так живу, я до этого работал больше 3 лет, я спал по часу, по 2, по 20 часов работал, по ночам учился, еще была основная работа, я еще сходил, занимался, я инвестировал в себя, в свое образование, я много читал, много учился, и того, чего я добился сейчас, это благодаря тому, что я вкладывал в свою голову, в свое образование. И не нужно, ребят, не нужно ставить клеймо на людей, если он из Украины, значит, он может обманщик, мошенник быть, или как-то нечестно здесь зарабатывать деньги. Я здесь довольно честно зарабатываю, я плачу налоги, то есть, ну, как бы, я живу здесь не один месяц, вы понимаете, я не приехал сюда, и я там месяц живу и показываю, как я круто здесь живу, там, сорю деньгами и все такое. Нет, вы видите, я езжу на машине, ну, как бы, это мое наказание. До определенного момента. Не наказание, просто у меня есть цель. То есть я не покупаю другую машину, пока не достигну определенной цели. Это первое. Второе, ну, мы здесь живем уже 4 года, друзья. Мы 4 года живем. Мы сменили несколько квартир, мы сменили несколько локаций. То есть, ну, то есть были проблемы, были трудности. Но я же не буду в видео про эти трудности рассказывать, что мы пережили, какие ситуации мы пережили, то есть что с нами происходило. Это, ну, не пожелаешь врагу. Второй момент. Я писал этому человеку в комментариях. Нас несколько лет назад поляк обманул, конкретно развел на 10 тысяч евро. То есть, ну, я же не хожу, я в своих видео никогда ни слова не сказал, что поляки все плохие, да, как вот на меня клеймо ставят, на украинцев, что украинцы все плохие там. Нет, есть хорошие ребята, есть не очень, есть плохие, то есть, ну, как и везде. И, ну, и, скорее всего, в Польше здесь тоже есть и хорошие поляки, и плохие. Нас вот обманул один поляк, и мы с ним судились, и в полицию, и в прокуратуру заявляла. Но я же в видео не говорю, что все поляки как бы такие обманщики и плохие. Я, наоборот, в каждом видео, друзья, в каждом видео рассказываю, что поляки очень классные. Именно этот город, где мы живем, они обалденные. Я в другом городе не жил, к сожалению или к счастью. Я рассказываю про то, где мы живем. Я про это рассказываю, что здесь очень классные люди. Возможно, из-за того, что близко Чехия, близко Германия к ним. Потому они более спокойные, они как немцы пунктуальные. То есть, я вот такое рассказываю. И, пожалуйста, не ставьте клеймо, если вы не знаете человека, не нужно задавать глупые вопросы, откуда у тебя деньги. Да, я отчитываться не собираюсь ни перед кем. Это я уже тоже писал, я не собираюсь перед кем отчитываться, какие-то декларации кому-то давать, показывать и что-то доказывать. Я не собираюсь никому ничего доказывать. Я работаю много, я работаю долго. И, ну, если
в голову кому-то не приходит, что можно помимо заводов, стройков и копания земли чем-то своей головой зарабатывать. Но, увы, мне таких людей жаль. То есть нужно читать, нужно развиваться, и, возможно, что-то тоже вы в своей жизни измените. Так что, ну, как бы, вот такая ситуация. А так, в принципе, жизнь идет, жизнь не стоит на месте, и я не стою на месте, у меня и жена все время учится, мы обучаемся, мы стараемся какую-то новые какие-то знания получить. У меня много книг. Если вам интересно, какие книги я читаю, напишите в комментариях, я выложу скриншот, либо запишу отдельное видео, покажу, какие я книги читаю, какие программы прохожу, что я умею. То есть очень-очень много всего. В одном из видео я показывал, что я умею, чем я вообще занимаюсь, чем я и моя команда занимается. То есть какие мы работы выполняем, в общем, работы. То есть мы и сайты делаем, настраиваем, одностраничники, рекламой занимаемся воронками. То есть очень-очень много всего того, что, ну, сложно долго перечислять. Если кому-то это тоже волнует вопрос, я могу скинуть, посмотрите, чем мы еще занимаемся. Так что образовывайтесь, читайте книги, смотрите какие-то лекции, программы, выделяйте время на свое самообразование, и, возможно, тоже вы измените свою работу, где вы сейчас работаете, на работу, которую можно выполнять из дома. Вот и все, друзья. Всем хорошего вечера, всем до завтра. Завтра новый день и новое видео, новая история. Может, какие-то ситуации новые будут. Так что, если видео понравилось, как всегда, ну вы знаете, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь видео, кому оно может тоже быть полезным. Можете подписаться на мой инстаграм, там тоже скоро будет очень много интересных новых фотографий. Видео тоже буду записывать, которые не вошли именно в ролик, потому что, ну, там действительно много контента. Так что спасибо, что смотрите, спасибо, что комментируете. Сейчас мне еще очень более приятно, когда больше комментариев появляется, когда больше лайков появляется, когда нет дизлайков или у них 1-2 всего, ну, так как пока канал молодой. Так что мне это очень важно, мне это очень приятно. Спасибо вам большое. Всем пока.